Мне кажется, смысл в том, чтобы искать смысл. Пусть это так. Тавтология сказана, но опять же, когда человек отвечает себе на вопрос, а зачем я живу, когда он находит этот ответ в себе, внутри себя, ему становится гораздо легче. И не обязательно это должны быть какие-то достижения, какой-то определенный успех в жизни. Абсолютно. Все люди настолько разные, смысл каждого, он в нем самом. И когда человек понимает, что ценность его жизни в чем-то определенном, ему становится гораздо комфортнее жить. А ответа мы никогда не найдем. Он есть только у нас, да, нам никто его не даст больше. Поэтому можно только в себя внутрь заглядывать.